Ваша оценка освоения концепции человечеством за 25 лет. Вот моя оценка очень высокая. Потому что мы не представляли, когда все это начиналось, что будет интернет. Это очень сложная информация. И тем, кто жалуется, что вот трудно, знаете, я называю 4 этапа. Берет человек книгу, открывает первую страницу, а это читать не буду. Другой пересилил себя, прочитал. То есть первый этап прочитал, не прочитал. Второй этап прочитал, понял, не понял. И понял, но по-своему. Я у студентов иногда своих смотрю конспекты, подойду на первом ряду, читаю, слушай, Катя, с чего это ты взяла? Я такого не говорил. А я так поняла. Ну и что скажешь на это? Третий этап. Прочитал, понял, принял, не принял. Я могу понять что-то, но скажу по нравственным причинам, для меня это неприемлемо. И четвертый этап. Прочитал, понял, принял. Поступаю в соответствии с понятым, принятым или нет, тоже сколько угодно. Но я вот высказал вам и по-прежнему придерживаюсь этого, что вы знаете о трагедии на Сямозере. Я был на этом Сямозере, потому что группа товарищей у меня там работала с руководством республики. Ну и вроде все было оговорено, что именно на берегу Сямозера построить аналитический информационно-образовательный центр, да еще международный, чтобы можно было приглашать из Финляндии, из Германии, из Польши. И такие желающие были, действительно. Ну, поскольку глава республики Худи Лайнен. Он, да-да, конечно, но он говорил это, но я понял, что ничего делать не будет. Хотя финансирование обещали немцы, с ним была договоренность. Мы видели этот лагерь, правда, туда не заходили. Место очень красивое, я понимаю. Вот. То, что погибли дети, да еще в такой день, там, с 18 на 19, кто-то пытался спастись. Странно, этот день совпал с годовщиной, 96-й. 96 лет назад в Константиновском дворце, то, что под Петербургом, была учреждена комиссия по борьбе с безграмотностью. Вот как хотите, это так и понимаете. Сейчас надо добавить только одно слово. По борьбе с управленческой безграмотностью. По нашим представлениям, назрело время создания точно такой же комиссии. Потому что никогда ничего подобного ни в каких вузах не преподавалось. И не только у нас, ни в одной стране мира. Ни на Востоке, ни на Западе. Вот концепцию перевели на китайский, на вьетнамский. Ну, там, где вот я был, была встреча с президентом Вьетнама. Он поручил, я ему вручил достаточно общую теорию управления, объяснил, что к чему. Потом дал флешку. Говорю, вот здесь вся информационная база. Более 60 мегабайт. Он вызвал главу президентского аппарата и сказал, все перевести мне на стол. А переводом занимались те, кто по 30 лет жили в Советском Союзе, хорошо знали русский язык. А их дочь была у меня переводчица. Они сказали, очень трудно перевести, очень. У нас нет такой лексики.
Я говорю, действуйте как китайцы. Знаете вы, что для того, чтобы просто вести простую беседу в Китае, нужно знать 50 иероглифов. Для того, чтобы ориентироваться в некоторых отраслях знаний, 5000. А для того, чтобы подняться на высший уровень управления, надо знать 50 тысяч иероглифов. В 1993 году я случайно оказался в ложе Малого оперного театра с ректором Шанхайского университета. Он очень хотел поговорить. Поехали ко мне домой. Разговаривали долго. Он сказал, все, я буду переводить. Он по-русски довольно плохо говорил. Вот. Я говорю, половину года живу в Гамбурге, а половину в Шанхае. Потом, через два года, в 1995 году, на конференцию, которая была в Санкт-Петербурге, уже не Ленинград, а Санкт-Петербург, приехали первый секретарь посольства Китая в России и второй секретарь. Я их спросил, а что вы-то приехали? Мы в 100 стран приглашение разослали. Он говорит, ну вы же встречались с ректором Шанхайского университета. Да. И что, перевели в Шанхайском университете? Он говорит, да, но только для очень узкого круга лиц. Я второй раз услышал об этом, первый раз, когда я учился с офицерами, китайскими моряками в инженерном замке 58 по 61 год. Они мне тоже об этом говорили. Там другая система отбора кадров. Потому что не все могут. Ну, я спросил, а как удалось перевести очень трудно. Пришлось сочинять новые иероглифы. Тех 50 тысяч не хватило. Не было. Ну вот я и сказал вьетнамцам, давайте добавляйте, расширяйте свой понятийный аппарат другого. Вот монголы тоже перевели, но не жаловались. После беседы с президентом, я тут недавно представитель сказал, мне собираются начать преподавание, чтение, лекции. Я вообще думаю, что достаточно общей теории управления официально будет считаться вначале не в России, где она появилась, а вот в таких странах. Кстати, сразу скажу, вот реакция на мои там выступления, она очень спокойная. Я не представляю, чтобы меня пригласили, как вот пригласил президент Вьетнаму, поговорить. Просто не представляю. Да, честно говоря, мне это не нужно. И думаю, что ему это не нужно. То, что он знает о существовании, у меня нет никаких сомнений. Есть много знаков. Я думаю, что и ваш Александр Григорьевич знает. Потому что в 99-м году вначале приехал Константин Павлович Петров. Что-то там, ну не ему, до него не допустили. Но кому-то из окружения. Потом не так давно появилась статья про концепцию. Ну, такая, может, немножко примитивная. Из чего? Это из аппарата президентского окружения. Вот. Но чего-то бояться. Чего? Думайте сами, решайте сами.